Добытчик принес добычу. Как всегда из АТБ. У меня сегодня что-то нету настроения. Вообще никакого. Я какая-то психованная. И продолжаю кашлять. Так. Говорю, купи, Эдик, сырки. В общем, я узрела, что в АТБ продаются сырки «Дружба» по скидке. Говорю, Эдик, купи сырки. В общем, сначала Эдик положил 2 сырка в сумку. Потом он еще нашел разновидность «Дружба», «Пармезан» с грибами. В общем, Эдик схватил 6 сырков. Ну, буду салатики тереть, что ж поделаешь. Соус соевый. У меня ж тут всю осень утки летали в кухне. Поэтому я использовала весь соевый соус. Потому что я готовила уток почему-то, как в китайском квартале. Попросила купить огурцы соленые. Сама я ничего не квасила. У меня в этом году огурцы не случились. Поэтому я попросила Эдика купить соленых огурцов. И, наверное, буду из них варить рассольник. Так. Журавлина сушена. Пригодится. Сахар белый. В доме нету ни грамма сахара. Наконец-то Эдик его купил. Это мандаринки первые в этом году. Вон пахнут. 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 Кефирчик, бананчики. Это Эдика любимая еда. Эдик сердце поправляет все бананчиками. А я что-то к бананчикам равнодушна. Ну, бывает, съем кусочек. Хурма, туалетная бумажка, сметанка и батончик дешевый. И имбирек. Эдик очень любит имбирек. Это так, для здоровья. Все, это все покупки. Сумма здесь где-то на 350 гривен. Сумма всех этих покупок. В общем, кушать нечего. Разве что сырки и фрукты. Ну, такое. Так что да. Так что да, такая добыча. Какой-то рогатый имбирь. Ну, это ж надо, такое выросло, да? Кстати, сырки плавленые по 9,50. Чуть ли не даром. А были, кажется, 14. Соевый соус 20,70, а стоил больше 30 гривен, по-моему. А хурма Эдик почему-то взял Шарон. Почему он не взял Персимону, я не знаю. То ли в целях экономии, то ли потому, что ее не было. Шарон этот по... Почем же он? Шарон этот по 38,95, как будто. И здесь на 27 гривен. Так, сейчас это все буду перемывать и в холодильник.